Представляем базу отдыха «Надеждина», расположенную в глубинке, в самом сердце Владимирской области, недалеко от старинного города Мурома, в деревнях Надеждина и Макеевка, где жители бережно хранят древнерусские традиции и культуру. Тихая, экологически чистая зона, окруженная лесом, с родниковым водоемом и чистой речкой, с древним угро-финским названием Тетрух. Необыкновенная тишина, чистый воздух, вобравший в себя ароматы трав и цветов, бескрайние луга и заповедные леса позволяют уйти от суеты и будничных проблем. Шумное веселье здесь только по большим праздникам, либо при организации корпоративов, свадеб или групповых заездов по предварительному заказу. Удобное расположение базы «Надеждина» позволяет гостям разнообразить свой отдых. В радиусе 150 километров расположены знаменитые города Золотого кольца России – Владимир и Суздаль, а также старинные города Муром, Дивеево, Арзамас и Гусь-Хрустальный. Многих туристов заинтересует увлекательное путешествие во Владимир и Боголюбово. Эти города расположены в 150 километрах от базы, это примерно 2 часа на автомобиле. В этот же день можно успеть посетить Суздаль, жемчужину Золотого кольца. Суздаль расположен всего в 36 километрах от Владимира и в 180 километрах от Надеждина. Это около 3 часов на автомобиле. Также интересно совершить путешествие в Дивеево, 170 километров от базы, 2,5 часа на автомобиле, и в Гусь-Хрустальный, 70 километров от базы, 1,5 часа на автомобиле. Ближе всего к базе отдыха Надеждина, всего в 50 километрах, расположен один из самых древних русских городов – Муром. Здесь туристы смогут посетить Спасо-Преображенский мужской монастырь, Свято-Троицкий женский монастырь, совершить прогулку на пароходе по Оке и получить незабываемые впечатления. Также можно погулять по старинным улочкам Мурома и пройтись по просторной набережной. Детей порадуют многочисленные аттракционы в чистом и уютном парке. Если вы путешествуете большой компанией или планируете корпоративное мероприятие, опытные сотрудники базы отдыха помогут организовать экскурсии с осмотром всех основных перечисленных достопримечательностей вблизи Надеждина. А для самостоятельных туристов помогут сформировать наиболее интересный и познавательный маршрут или предложат индивидуальную экскурсию. База отдыха Надеждина представляет собой отдельно стоящее здание и 3 коттеджа с мансардами. Основное здание рассчитано на 45 отдыхающих и расположено на закрытой, круглосуточно охраняемой территории, площадью 40 соток. На территории имеются автомобильная парковка на 20 автомобилей, площадка для игры в волейбол и бадминтон, площадки для отдыха, барбекю и шашлыков, детская площадка, несколько летних и осенних беседок, вольеры для домашних животных и птиц, небольшой огород для обеспечения проживающих свежими продуктами. Здесь можно посидеть в тени деревьев, послушать пение птиц и забыть о суете большого города. Номерной фонд основного здания базы отдыха состоит из 15 номеров. На первом этаже 5 номеров с удобствами в номере, и на втором этаже 10 номеров с удобствами на этаже. Вместимость номеров на первом этаже – 2 двухместных, 2 трехместных и 1 большой пятиместный номер. Все спальные места укомплектованы новой деревянной мебелью и удобными матрасами. Санузлы просторные, и каждый из них оснащен душевой кабиной и современной сантехникой. Второй этаж базы отдыха встретит гостей уютной прохладой в жаркий солнечный день и позволит отдохнуть в уютных креслах. Рядом располагается большая и светлая детская комната, где каждый юный отдыхающий найдет для себя любимые игры. На втором этаже 6 двухместных, 3 трехместных и 1 четырехместный номер. Отдыхающим второго этажа предлагается 3 санузла на втором этаже и дополнительно 1 санузел на первом. В просторном холле базы отдыха устроен небольшой музей, где выставлены старинные предметы русского быта. Отдельно от основного здания расположены 3 коттеджа, каждый со своей огороженной территорией площадью от 20 до 50 соток. Первый коттедж вместимостью 6 человек с сауной и бильярдом находится около основного здания базы отдыха.
На первом этаже коттеджа устроена большая сауна, где можно восстановить силы после продолжительных прогулок на свежем воздухе или занятий спортом. Здесь же находится просторная бильярдная комната, особенно популярная у отдыхающих. Недаром бильярд считается одним из самых демократичных видов спорта. В него можно играть в любом возрасте и в любой физической форме. Это не только спорт, но и красивое, увлекательное занятие в хорошей компании. На втором этаже коттеджа расположены уютные апартаменты. Отдыхающих встречает большой холл с удобными креслами и мягким раскладным диваном. В распоряжении гостей кухня со всей необходимой кухонной техникой для приготовления обеда любой сложности. Здесь же находятся две спальни. В первой установлены две раздельные кровати. Вторая спальня с большой удобной двуспальной кроватью. Рядом дверь в просторный санузел с душевой кабиной и всей необходимой сантехникой. В апартаментах уютно, как дома, и уезжать отсюда никому не захочется. Второй и третий коттеджи, вместимостью до 12 человек, расположены в более уединенном месте, в соседней деревне Макеевка. Коттеджи предлагают различную степень комфортности, при этом все они оборудованы кухней и теплыми санузлами. На территории коттеджей имеются огород, площадка для бадминтона, парковка и удобное оборудованное место для приготовления шашлыка. База отдыха «Надеждина» предлагает широкий выбор развлечений и спортивных игр, которые помогут укрепить здоровье и украсят досуг. Помимо традиционных летних видов отдыха – пешие прогулки, сбор грибов и ягод, купание, прогулки на велосипедах, рыбалка, спортивные игры – сотрудники базы помогут организовать турпоходы, вечерние посиделки у костра, экстремальные игры и другие мероприятия. После дня, проведенного на природе, особенно приятно вернуться на базу отдыха к обеду. Кормят тут по-домашнему вкусно, и каждый гость обязательно узнает, какого цвета дно у тарелок. Опытные повара используют в приготовлении блюд экологически чистые продукты местного производства. И трехразовое разнообразное питание позволит почувствовать сытость даже самым сильным богатырям. Повар – лучший друг всех отдыхающих. А как же приятно вечером посидеть на уютной веранде за чашечкой чая и самовара. Чай здесь заваривают с добавлением мяты, иван-чая, ромашки и других полезных трав, собранных на местных лугах. Одной чашки всегда мало. Разговоры продолжаются до темна, и никто не хочет расходиться. База отдыха «Надеждина» предлагает проведение различных семинаров, мастер-классов и тренингов в большом специально оборудованном учебном классе. Предприятиям предлагается организовать учебные занятия, совмещенные с пребыванием слушателей на базе отдыха. Предоставляются проживание, питание, возможность занятий спортом, отдыха на природе. Предусматривается один день для проведения экскурсий, например, в город Муром. Учеба отлично сочетается с физическими упражнениями и активным отдыхом на свежем воздухе. Недалеко от базы отдыха «Надеждина», в старинной деревне Матвеевка, расположен скит Покрова Пресвятой Богородицы на Колпи, подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Здесь построен храм Покрова на Колпи, очень похожий на церковь Покрова на Нерли в Боголюбово. В Матвеевке созданы все условия для любителей рыбной ловли. Местная рыболовная база ждет всех желающих провести время с удочкой и насладиться тишиной и спокойствием местной природы. В охотничий сезон, по предварительным заявкам, в деревне Макеевка организуются охотничьи туры. Адрес базы отдыха «Надеждина» – Владимирская область, Селивановский район, деревня «Надеждина», улица Школьная, дом 3. Телефоны в «Надеждина» вы сейчас видите на своих экранах. Сайт – надеждина.ру. Добраться до базы отдыха «Надеждина» можно различными способами. Если вы едете на автомобиле, нужно выехать из Москвы на Горьковское шоссе и двигаться по направлению во Владимир. Не доезжая Владимира, будет поворот направо в объезд города. Далее поворот на Красный Маяк. Нужно двигаться до районного центра Красная Горбатка. Далее поворот налево на Ольгина. После чего поворот налево к деревне Надеждина. На дороге имеются все указатели. Адрес в Надеждина. Улица Школьная, дом 3. Также до Надеждина можно добраться на общественном транспорте. Подробные варианты маршрутов описаны на сайте надеждина.ру. Также на сайте есть удобная форма бронирования номеров и коттеджей. Ждем вас в Надеждина и желаем всем приятного отдыха!
богатырского здоровья и отличного настроения. Фильм снят в июле 2020 года творческим объединением Vision Online. Благодарим администрацию базы отдыха «Надеждина» за помощь в съемках фильма.